Ну что, привет, бобрики, часть 2. Всем я начистила зубы, отправила всех спать и показываю вам еще две книжечки. Завтра отдаю в библиотеку, они у меня уже тут, я не знаю, сколько месяцев. Еще помните, я вам ее быстро-быстро пролистала еще в начале нашего чата. Собственно, и начались потом все наши разборы, но я ее просто пролистала, а вам и не показала. Я считаю, что она достойна того, чтобы ее показать. Книжка классная, и вот тоже вот эта немецкая художница, она создавала другие классные книжки, я тоже брала в библиотеке, всегда они мне нравились. Вот. Что мне не очень нравится, это вот этот шрифтик, мне почему-то это отсылка к какому-то газетному заголовку идет, типа Times. Блин, мне кажется, можно было бы лучше решить вот это вот. Но все равно, как есть, так есть. Вот. Что мне нравится в этой книжечке, это так как она с вырезками, вырезки здесь очень все гармоничные. Вот, полюбуйте, пожалуйста. Еще у вас тут структурки номер 2. Тоже она работает со структурами везде, вот посмотрите. Ну, что я могу вам сказать? Ну, мне нравится, да, но вот после структур Классена я уже что-то никакие структуры уже так не воспринимаю. То есть классно, конечно, сделать класснее всех. Ну да ладно, все равно симпатичная книжка, симпатичная, очень гармоничная. Вот, и прикольными вырезками. Просто тут как мама и медвежонок смотрят, кто здесь живет. Такие очень приятные стихи. Вот. И классно, что вот эти вырезки работают и тут, и там, понимаете? Ну вот мы это уже обсуждали, да? То есть они везде гармоничные, да, вот они. Бобер, кстати, обратите внимание. Вот, очень здорово решен лес, мне кажется, по цвету очень приятно. Такое она немножечко, видите, 2D такая текстильная, то есть не объемная, да. Раз, вот такое дерево. Тут мне нравится тоже, как здесь решена вот эта птица. Медвежонок, значит, смотрит. Вот. И, ага, такой закат. И вот смотрим дальше. Такие норки. В этих норках живут зайки. Опа, вот они. Ну и здесь. Ну, вообще, можно сказать, я могу сказать, такая вкусная книжка. Ее хочется смотреть по несколько раз. Мне нравятся вот такие зимние здесь пейзажики. Да? Вот смотрите, как классно, да? Вот здесь вот снежинки вырезаны, то есть как бы снег, какие-то звезды. А здесь нарисованы. И все вместе смотрится достаточно органично. Мне нравятся вот эти вот такие тут зимние цветы. Такая желтая фактурка. Ну, в общем, приятно, очень приятно. Тут посмотрите, как здорово, да? То есть идет куда-то в глубину. Не знаю, подумываю, купить мне или не купить. Вот это вот эти. Я эти книжки себе все зафоткала. Тут мне нравится тоже очень. В общем, мне по структурам здесь даже больше нравится, чем вот эта рождественская, которую я вам показывала. Как-то они здесь погармоничнее, поорганичнее. Классно, это с пещеры вид, да? И там такой олень стоит. Вообще классно, да? Такой вот запорошенный снегом. Вот, а вот у Мишки опять легли спать, зима пришла, да? Это хороший разворот, тоже такой по цвету, очень приятный. Луна. Очень приятная книжка, кстати, совсем новая, недавно вышла, по-моему, даже вот в этом году. Скажите, бобрики.